За поддержку нашего отпуска и за поддержку нашего кулинарного туризма я выражаю огромную благодарность нашему спонсору, который финансирует, можно сказать, наши кулинарные путешествия, а через это и финансирует выпуски, которые вы видите. Я выражаю огромную благодарность Тинькову, банку Тиньков, собственно, и вот такой вот карточке, которая называется All Airlines. Короче, что такое All Airlines? Ты просто тратишь с этой карты бабло, и тебе возвращается бабло за любые покупки, за любые траты, за любые, где ты вот ее применяешь, возвращаются денежки в виде миль. Эти мили можно... Одна миля? Один рубль. Эти мили можно тратить на поездки, на полеты, куда угодно. То есть ты целый год пользуешься этой картой, а потом смотришь, у тебя накопилось на билет куда-нибудь. К тому же, моим подписчикам, ссылочка находится в описании, 3000 миль будет бесплатно. А также тут есть страховка для путешественников. Ссылка в описании. Тинькову огромное спасибо, особенно за то, что профинансировал не один выпуск, а реально просто поддержал целиком всю эту нашу поездку. Тинькову респект, All Airlines оформлять по ссылочке в описании. Всем привет, с вами снова Вован. И славный друже Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Мы находимся в ресторане, который называется Бока-Бока. Бока-Бока. Короче, в жопу TripAdvisor в Испании. В жопу TripAdvisor в Испании, потому что рестораны в Испании, они работают утром и вечером. Типа, когда супер жарко, они не работают. И это время, оно никогда не совпадает с тем, что написано в TripAdvisor. Да, мы уже второй раз приезжаем, но что-то не так. А ресторан, который типа хороший по отзывам, мы такие типа должны были в него зайти, а он вообще закрыт. Получается вот такая вот фигня. То есть TripAdvisor, короче, врет постоянно. Неважно, мы находимся в ресторане, который называется Бока-Бока. В котором мы нашли по TripAdvisor. Нам ничего не остается. Как это? Осьминог-патруль. Да. Осьминог-патруль. Осьминог-патруль. Да. Я думал сначала начать со стейка, а то стейк это дойдет стейк? Еще. Да. Давай начнем со стейка. Друзья, у нас есть вот такой вот стейк чудесный. Мы посмотрим, сколько он стоил уже потом, наверное. Он горячий. На самом деле этот ресторан дешевле. Вот. То есть этот ресторан дешевле, чем... Ты medium rare заказывал? А у них нет такого, они просто... А, просто стейк. А, просто стейк. Но, судя по срезу... Он medium. Или medium well даже. Да, medium well. Не скажу, что мясо испорчено, но не очень. Ну, он мог бы быть сочнее, если бы его сделали толще. Ну, да. Зато картошечка вкусная. Цены в этом ресторане крайне средние, то есть 10-15 евро, 18 евро стоит вот такая вот тарелка хамона. Это хамон? Да. Извините, я пригублю. Хамон это всегда, да, как бы? Да, заходит. Хамон-патруль. 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 Не, как мы хотели сделать, не шавиром-патруль, а... Паэлью-патруль. Паэлью тоже обязательно закажем. Ну пока это просто обычное место. Ну стейк, ну не испорчен, но как бы такой. Но это стейк лучше не заказывать. Это это мраморное мясо, ну оно нормальное. Но они, ну они как его приготовили, Олег. Ну вот посмотри, как они его приготовили. Нет, ну достаточно неплохо, но вот этой вот сочности уже нету. Вот они ее убили. Также мы это передаем Анюте. Анюта. А, также у нас есть, по-моему, 20 евро стоил вот такой вот, это омар, он же лобстер, он вот такого вот внешнего вида. Какой вообще твой любимый морепродукт? Ты спрашиваешь еще, Олег? Конечно же, лобстер омар. Ну, когда он говорит, конечно же, может у него пока. Ничего вкусного, ничего лучше нету, много мяса. Как бы он большой, это большая креветка, большая вкусная креветка. Чем он здесь наполнен, не совсем понятно, что это такое. Так, ну. Ну, это то ли его легкие, то ли что-то такое. И он сверху горчит. Не, вы поймите правильно, все равно вкусно, то есть за 12 евро это в любом случае очень вкусно. Но он горчит. И из него ни кишочки не вынимают, походу, ничего, просто разрубают пополам. То есть, если выбирать из него, ну вот смотрите, вот здесь, например. Вот, он. Ну, на самом деле, решайте сами. Ну, я бы не стал такое брать за 18 евро. На самом деле, испортили блюдо. Но это невкусно. Испортили блюдо, испортили животное. Вот. Булку лопать лишнее, ну потом, ладно. Ну. Ну, в общем, такое. В карман можно положить.
Сувенир. Ну, так себе. Хамон всегда хорош. Хамон всегда просто прекрасен. Я не знаю, в Испании хамон-то плохого нету. Короче, лобстер фигня. Да. Отдаем тоже Анюте. Анюта? Да, тоже Анюте. Давай на нее положу. Теперь осьминожка. Осьминожку мы пробовали в том ресторане предыдущем, который был очень крут, крайне крут. Здесь она выглядит вот так. Вот. На самом деле подача тоже неплохая. Вот что касается подачи, здесь вот, смотри, прям как красота здесь. Да. Смотри, это яйцо пашот, по-моему. А, нет, это крем-сыр, по-моему. Да, это крем-сыр. Ну, короче, надо пробовать? Ну, да. Ну, уже не то, Олег, уже не то. Прям чувствуешь сразу? Уже не то, да. Резина-резина прям. Ну, он так не режется, конечно. Ну, запаха дыма я не чувствую вообще. Подгоревший осьминог. Поймите правильно, выглядит все очень круто, и продукты, судя по всему, очень свежие. Но вот это, друзья мои, резина. И чтобы он, судя по всему, казался не очень резиновым, его еще и наслоили. И вот я только что доживал. Насколько он резиновый. Ну, очень резиновый. И ни вкуса, ни копчености, ни каких-то специй, ничего. Просто горелая резина. Что поделать? Ну вот, я бы сейчас поменял бы вот это блюдо, доплатил бы, чтобы оттуда привезли, как бы того осьминожку прям вот, мы прям расплатали, Съездили в тот ресторан, да. Мы там заказали много блюд и почти все доели, кроме паэли. Паэли с собой забрали. А вечером сами тоже доели вечером, как голодные были. Ну вот это вот на самом деле я бы вечером с собой не забрал. Вечером лучше кусочек хамона положить на булку просто. Поэтому, ну такое, ребята. Тартар из лосося. Тартар из лосося. Скорее всего, нужно еще делать вот так. И, возможно, вот так. Ну, что я могу сказать? Это лосось с творожным сыром на гренке. Это не может быть плохо по определению. Это вкус. Лосось подкопченый. Да, копченый лосось. Но понимаешь, я не могу понять почему, но каждое блюдо хочется заесть ломтиком хамона. Тартар неплох. Ну вот одно из трех блюд неплохое. То есть там было каждое блюдо самое вкусное, которое ты пробовал из этого фрагмента. А вот одно из трех, ну неплохо. Что-нибудь осталось еще? Греночки такие. Что? Тапосы? Олег, тапосы. А что это? Хлебушек с чем-то. Тапосы? Тапосы. Ну да, понял так. Чесночная гренка с томатом. Это прикольно. Ну, чему-то прикольно. Да. Наверное, закажем еще что-нибудь интересное, попытаемся найти что-нибудь супер вкусное. И паэлья-патруль. Паэлья-патруль, паэлья. Ну, осьминог-патруль уже провалился. Да. К сожалению. Если тот осьминог в ресторане Азазаза, или как его там, Азазаза, он был лучшим, что пробовал в жизни. Единственный раз в жизни я такое пробовал. И у нас закралось подозрение, что в Испании вкусно все. Да. Нет, это не так. Это неплохое место. Ну, например, лобстер, он... Ну, хорошо, лобстер они испоганили. Испортили. Вот, а осьминог... Я для чистоты эксперимента еще раз его просто отрежу. Давай, Олеж. Ну, просто реально, можно бить... Вилка это мужик или кто? Ну, вот там неплохая, по-моему, есть. Я такого осьминога даром не хочу есть. Я лучше колбаску с хлебом куплю. Единственное, что спасает в плохих местах Вьетнама, Таиланда, наверное, даже Индии, Пакистана, это ледяное пиво. У тебя может быть очень плохой ресторан. Но если в нем нет ледяного пива, у тебя реально дерьмовый ресторан. Вот. Причем пиво в Испании действительно неплохое. Оно легкое, такое светлое, игристое. Там очень мало, профессионально налил, там очень мало градусов алкоголя, оно легенькое. Вот. Ну, пока из того, что принесли, что можно было съесть? Стейк? Ничего. Продолжаем. Сейчас будет паэлья-патруль. Перед нами сидит два человека.
женского пола. А, поэтому мы заказали себе панакоту. Вот, панакота с сиропом и свежей клубникой. И брауни с мороженым. Брауни с мороженым. И сейчас, возможно, мы это съедим целиком. Давай на скорость. Давай, кто быстрее съест, короче, тот добивает пиво. Ты уверен, что мы доживем вообще? Ладно, я попробую кусочек. Чуть-чуть. Много взял, Олег. Ладно. Ну, у меня лично неплохой пудинг. Просто неплохой пудинг. Мороженое офигенное. Брауни попробуй. Брауни? Очень хорош. Да. Это хорошо. Ладно. Короче, десерты здесь хорошие. По-обычному хорошие. Не по-божественному, но они хорошие. Это штука крутая. 9 из 10 точно. Ладно. На жена ест. А сейчас специальная рубрика. Паэля-патруль. Я не знаю, что это, но эта паэля должна быть черной, на самом деле. Зацените. Паэля дель негро. Я тоже хочу эту гадость немножко. Если кто-то спросит, что вот это вот такое, это майонез. Я немножко добавил паэльи в этот. Вкусняшка, да. Ладно. Неплохо. Да, паэльи плохая. Несмотря на то, что она черная, но за счет того, что она черная, не понять, то есть как бы где-то... Ух ты! Yes. Снимай. Так. Так. Yes. Thank you. Вот это хорошо смотрится, я считаю. Да. Типа рыба и паэлья неплохая. Паэлья неплохая. Только за счет того, что она черная и не понять, что в ней внутри. В смысле, она черная совсем. Тут какие-то креветки, кусочки чего-то прям вообще совсем. Но паэля хороша. Не так, как там. Креветки очень сильно передержаны. Они прям разваливаются на волокна. Ну, такое себе. А рис очень, рисец вкусный. Креветки передержаны, говоришь? Очень. Короче, эта паэля крута тем, что она черная, наверное, и все. Поэтому мы и заказали, что она черная. А? Ладно. А, еще нам принесли вот такой вот чудесный шашлык. Вот, наверное, так должен подаваться нормальный кавказский шашлык. Потому что это смотрится эпично. Во-первых, очень много мяса. Видно, что оно и жирком. Оно немножко и с костями. Видишь, и вот овощички какие-то прифигачены. Вот, и такая здоровенная тарелочка тоже овощичек, да. И сразу снимать и удобно. Это свининка, я надеюсь? Сейчас посмотрим. Я не знаю. Так. По крайней мере, это эпично выглядит. Это уже хорошо. Соуса никого не принесли. Да, вот, к сожалению, хотел, вот хочется во что-то. Да, может. А мне, не знаю, рыба камень. Я таких животных просто не знаю. Не знаю, короче, выглядит очень красиво, но, судя по всему, здесь есть куски непонятно чего. Свинина отличная, а вот эта, которая говядина, она... Нет. Говядина нет. Но свинина отличная. Да, блин, по-моему. Ну, здесь есть овощички. Прям вот. Они, я так понял, сделаны на гриле. Вот перец. А, овощи прекрасные. Я так понял, все, что свинина, оно нормальное. На самом деле, это блюдо, это компромисс между мясоедом и веганом. Вот внизу тарелочка для вегана. Наверху стоечка для мясоеда. Но так вегану будет капать соки из мясоеда. Не говори это веганам. Чтобы они не понимали, почему их блюдо такое вкусное. Да. Ладно. Еще у нас есть вот такая вот штука. Это, друзья мои, кальмары. О. Кальмары. И почему-то мне казалось, что они в меню были с чипсами. Нет. Нет? Это целиковые кальмары вот такие. Mm-hmm.
не так сочно, как вот у них. Это просто жареный кальмар. С сочным маслом, конечно, но не то. Не то. У меня такое ощущение, что в последний день мы вернемся в тот ресторан, знаешь, опять. Сделать второй обзор, потому что надо, конечно, перетестить. Тысяча так на 15. Ну, да. Ну и давай, может, девчонки потестят десерт этот последний? Нет. Нет? Нет. Их два десерта, они там один потестят, давай мы хотим один. А. Ну, ладно. Огурчик съел. Вот такой. Острый. Ну, ты попробуй. Какой? Сейчас, может, найдем еще огурчик. Нет, это счастье. Это не огурчик. Нет, это счастье было в единичном экземпляре. И все, он досталось мне. Он очень кислый, очень соленый. Он настолько кислый и соленый, что хочется плакать. Вы видите, через что приходится проходить человеку ради славных обзоров? Да, еще. На самом деле у нас остался десерт, я не помню, как он называется. Десерт. Это просто десерт. Да. Бар. Да. Не, это великолепно. Это очень вкусно. Это похоже на крем из яблочного пирога с карамелью сверху. Это нечто. Очень вкусный десерт, да, правда. Десерт великолепный. Ну, знаешь, что-то умеют делать, короче. Вот что-то смотришь, сделано офигенно. А остальное берешь, ну, после того места, оно посредственное. Понимаешь? Я не понимаю, это обычно кухня делится на три сегмента. Кто-то готовит рыбу, кто-то готовит мясо, кто-то готовит десерты. Да. Вот. Вот десерты все зашли, все вкусные. Мясо, которое, ну, не все. Антрикот, ну, из более-менее. Мяса, из мяса всегда заходит хамон. Ну, хамон в магазине здесь хороший. То есть его просто купить в магазине, и он будет вкусный. Свинина, говядина, говядина никакая. Свинина, ну, более-менее, но его немного. Нет, то есть свинина, вот такая вот кость. Была нормальная. Ну, смотри, какая кость, сколько мяса здесь. Это да. И все. Десерты все вкусные. Короче, один из трех поваров молодец. Один говнарь и один нормальный. А с вами был Вова. Ты славный друже Обломов. И огромное спасибо нашему сегодняшнему спонсору. Ставьте пальцы вверх. Ну, друзья мои, короче, мы наели. Давай я покажу чек для того, чтобы потом мы могли... Короче, он выглядит вот так. Мы просто обычно не озвучиваем, пока мы говорим. Тартар из лосося 11, 10,5 евро. Хамон Иберико очень вкусный. 18, 19 евро. Вот все... 13.90, 14.90, все вот такое. Мохито 7,5 евро. Сангрия 11 евро. Рос Негро. Негро это, наверное, вот за черт. Да, да. 14,5 евро стоило вот это вот здоровенное, как это? Как это? Паэли. Паэли. Паэли патруль, да. Да, паэли. А в целом мы наели на 200 евро. В общем, получается... Вот здесь и больше позиций, мы взяли, ну, много, позиций 8-9, что-то там. Больше. Больше, ну, еще не считая десертов. Вот. Тут, конечно, дешевле, чем в... Как называлось? Азаза. Азелия Дорадо. Азелия Дорадо. Азария Дорадо. Но вот здесь впечатление такое, что тебя немножко обобрали. На 200 евро. Немножко обобрали. Вот там, отдав 250 евро, ушел с праздником на душе. А здесь за 200 обобрали. Не знаю, как это происходит, но вот такие ощущения. Ну, на самом деле все зависит от хозяина и все зависит от поваров. То есть нет такого ощущения, что они отрабатывали вот эти вот позиции годами. Здесь вкусно, здесь можно посидеть. Да. Можно. Я думаю, что везде во Франции можно посидеть, попить прохладного пивка, поесть хамона и по факту, а что еще надо? Ну, это Испания, Олег. Это Испания, да. Но разница ощущается эпически, причем не по баблу, а именно по месту. То есть работал ли повар над этими позициями? Работал ли ресторатор над этими позициями? Есть ли шеф-повар, который отвечает за все это? Здесь просто чуваки что-то жарят и подают, и это неплохо. По крайней мере, по сравнению с ресторанами, которые в России, это средненький уровень такой, нормальный, это хорошо. По сравнению с Питером и Москвой.
Но я так понял, по сравнению, в Испании это такое себе. Вот и все. Хотя в TripAdvisor рейтинг у этого места среди 365, 12. Непонятно. Я оставил негативный отзыв, потому что вроде бы хотел прийти на праздник, а пришел в соседнюю забегаловку. С вами был Славный Друж Обломов. И Вован. И, кстати, по официантам тоже очень видно. То есть, например, только что вы закончили, я начинаю забирать. Да. Вот в том ресторане, там ничего не спрашивали, там человек видел сам. Да, да, просто подошел, забрал. Он знал, он видел, тарелка пустая, забрали, новую поставили. А здесь как-то, а вы закончили, а будете еще, а эту картошинку будете доедать? Ну, вот такое как бы. Но это, опять же, от людей зависит, от набора персонала. А вот мега-претензий никаких, только горелый лобстер. Мега-претензий никаких. Ну да. Ну не то, просто совершенно не то.